Это вы должны знать, необычный способ. Обычно мы сажаем чеснок в конце сентября. Посадка должна быть произведена примерно за 40 дней до похолодания. Но как это сделать правильно? Сегодня я расскажу вам об необычном способе определения посадки чеснока. Об этом способе я узнала несколько лет назад, прочитав в одном журнале, и с тех пор он меня ни разу не подводил. Все очень просто. Чеснок сам подскажет вам, что ему пора в землю. Для этого после уборки чеснока несколько головок ложим на грядку. Лежат они там при любой погоде. Время от времени проверяем, не появились ли корешки. Происходит это примерно почти через 2 месяца, в зависимости от осени. Как только корешки прижмутся к земле и начнут в нее врастать, это знак. Пора сажать чеснок под зиму. Попробуйте этот способ, надеюсь, он вас не подведет. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.